Посмотрите, 5 минут и стекло уже стоит на месте. Я не вставляю кантик сразу же. Здесь я уже простучал. Просто до этого вот мыльным раствором. Такой вот мыльный, вот чтобы аж пенилось. Обычная фейри там какая-то вот такая вот. Промазываем, если здесь вот не пролегает. Вот такая вот кияночка деревянная, тяжеленькая. Смело по резинке. Сейчас заберу банку, чтобы не упало. То есть вот смотрите, вот. И вот так вот резинка просаживается по мылу. Вот так вот резинка сядет идеально просто.